Продавцы в масках и перчатках. Покупатели, выбирая товар, соблюдают социальную дистанцию. Нарушений требований Роспотребнадзора этой осенью на самарских ярмарках не выявлено. Администрация торгового городка серьезно относится к мерам санитарной безопасности. Поэтому вместе с городскими властями регулярно устраивает проверочные рейды. В рамках исполнения постановления губернатора номер 150, а также требований главного санитарного врача Российской Федерации, на муниципальных ярмарках все продавцы у нас работают в масках защитных. Кроме того, администрации ярмарок проводится работа по информированию покупателей о необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции 1,5 метра. В это воскресенье пройдет последний торговый день на сезонных самарских ярмарках у музея имени Алабина и на мехзаводе. Уже со следующей недели торговцы переедут на новое место. Это перекресток улиц Киевская и Тухачевского. К санитарным мерам на новой площадке будут относиться также серьезно. Обработка идет, также на входе везде дезинфекция проводится. То есть также есть администрация, которая следит за масочным режимом. Вот, ну, то есть все то же самое, как и здесь. Новая ярмарка будет работать ежедневно круглый год. Пока это палаточный городок, но в будущем там появятся отапливаемые помещения. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.